Қазір мына жер Қазақстанда жаңа айтып отырған шамасымен 2-3 миллион жер қазір жеке меншікте. Соны қазір интернет дейтін бар, шығарып қойсын. Әрбір метр, шаршы метр кімнің атына жазылған? Е, соны біліп отырайық. Макс Бакаев возглавил апрельские протесты против земельной реформы в Атырау. В них приняло участие несколько тысяч человек. Назарбаев хочет сдавать иностранцам землю сельхозназначения, фактически отдавать землю Китаю. За проведение мирных митингов против реформы Макс и его соратник Талгат Аян были приговорены к 5 годам колоний. Окончательно назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Талгат вышел из заключения спустя 2 года. Правозащитники добились смягчения наказания до условного срока. Макс же продолжает свою борьбу за решеткой. За отказ на морозе снимать шапку перед надзирателем его прячут в штрафном изоляторе, отклоняют запрос на перевод в тюрьму родного Атырау, где Макс мог бы чаще видеться с матерью. Гнусные приемы администрации тюрьмы, чтобы сломать волю узника. У Макса и без того много проблем со здоровьем. Остеохондроз и межпозвоночная грыжа. Эти болезни не позволяют ему свободно наступать на ноги. Несмотря на это, Макс категорически отказывается обсуждать условия досрочного освобождения. ДВК призывает всех граждан Казахстана вступиться за своих героев. Власти должны снять политические обвинения с заключенных гражданских активистов. Помните, Макс Бакаев ценой свободы остался верен своим убеждениям. Вот у многих людей просто-напросто нету так называемой крыши. Да? И вот просто когда услышишь, что там двоих арестовали, а еще достаточно сказать что человеку, что тебя с работы выгонят, если ты не сделаешь что-то, то-то. В принципе, этого достаточно для того, чтобы просто чтобы запугать человека. Знаете, вот как все-таки у нас полуфеодальное общество, там все строится на связях. Мы обязаны поддержать нашего батыра. Вместе мы добьемся освобождения узников режима. Степи Жайлауы и наши природы время спасти так решили в народе. На площадях вас призвали к ответу. Макс и Талгат, вам спасибо за это. Помочь может каждый. Подпишите онлайн-петицию в защиту батыра Макса Бакаева. Пишите письма поддержки заключенным. Помогайте волонтерам собрать теплые вещи. Объединяйтесь с ДВК. Объединяйтесь против беззакония режима Назарбаева. Только так можно победить диктатуру. Нас невозможно остановить. Казахстан будет свободным.